Ну, собственно, вышел Battle Pass. Я предлагаю сразу глянуть обновление Черепашки-ниндзя. Мы посмотрим только Battle Pass. То есть это... Я уже который обзор делаю на Battle Pass, и на самом деле людям нравится это смотреть, потому что многие почему-то сомневаются, покупать или нет. Поэтому мы делаем это все на стриме. Собственно, встречайте обновление Черепашки-ниндзя. А с одиссеевскими скинами мы не будем в этом видео знакомиться, и на стриме не будем знакомиться. У нас есть Battle Pass Черепашки, есть два скина, которые не входят в Battle Pass, но которые относятся к черепашкам. И вот это мега круто. То есть Сплинтер — это Хатиман, Шреддер — это Раванна. По-моему, скины очень крутые, но мы сразу же... Уф, какое меню. Какое меню. Ну, это мне, естественно, дали за покупку всего и вся. Уф, какое меню. Блин, они... Это просто... Я не знаю, они очень круто. Верните черепашек. Посмотри, как они в меню выглядят круто. Уф, уф. Ну, это вот первые 60 уровней черепашек будут такие, а вот это будут премиум черепашки, то есть в Battle Pass будет 120 уровней. Смотри, Леонардо. Вообще кайф. Давайте посмотрим, собственно, что мы имеем за 750 гемасиков. На первом уровне нам сразу откроется Осирис. Блин, сегодня нужно поиграть Осирисом, я думаю, да? Очень круто проработанные черепашки. Собственно, я обзор на них уже делал, и там особо, ну, нет смысла смотреть, я думаю, заново. Мы посмотрим наполнение Battle Pass'а. А наполнение на Battle Pass'а у нас, как обычно, ну, я бы сказал, не очень. 84 дня — это не многовато, потому что здесь 120 уровней. 60 уровней основных и 60 уровней премиум пропуска. Вот, собственно, наполнение о чем? Нас интересует, что сундуки премиальные. В них будут всякие плюшки для ребят. Есть очки зрителя. Кстати, ролик выходит с очками зрителя тоже на канале завтра. Возможно, кто будет в записи это смотреть, это будет уже в один день, скорее всего. Вот, и все это зацените. Аватарка Донателло очень крутая. Это олдскульный Донателло, очень напоминает мне черепашек какого, 90-го года, 90 какого-то года, да? Куча скинов. 5000 очков Одиссеи, кстати, есть. Окей, смотрим дальше. Набор комментатора Рафаэль. Уф, мы это все будем слушать во время каток. Мы будем все это слушать во время каток. Еще очки зрителя. Аватар Микеланджело. Я так понимаю, у нас будут все аватары всех черепашек и, скорее всего, и Сплинтера, и Шреддера, да, я так понимаю. Загрузочная рамка. Черепашья сила. Кайф. Блин, вообще имба. 88-го года черепашки, да. Вообще имба. Рамка выглядит просто замечательно на 10 уровне. Мне очень нравится. Я рад как ребенок. Я рили рад как ребенок, потому что, блин, я обожаю черепашек ниндзя. Так, ладно, смотрим дальше. Очки зрителя, очки гемы. 50 гемов, как обычно. Премиальный сундук. Загрузочная рам... Это экран загрузки. Вполне себе достойный. Мы его уже видели, правда. А что вот тут на 17 уровне? У меня просто ничего нет. Это баг или что? Но в любом случае здесь ничего нет. Очки Одиссеи, куча всего вообще. В Battle Pass это очень выгодная покупка, я считаю. Глобальная эмоция. Ну, я так понимаю, это люк будет... Тут просто, наверное, выстреливать люк будет красиво, прикольно. Прикольно. И на 20 уровне мы получаем Рафаэля, да, я так понимаю. Это Локи. Локи у нас переделали. Стал он более актуальный. Скоро, кстати, выйдет ролик с Локи. Очень крутая каточка. И мы посмотрим... Да и в этом скине, наверное, его посмотрим как-нибудь. Давайте дальше чекаем. Уже 20, 21 левел, самоцвет и куча усилителей, как обычно. Набор комментатора Микеланджело. Я так понимаю, наборов комментатора тоже будет много, да? До этого у нас был набор комментатора... Кого? Короче, кого-то был набор комментатора, ладно. На самом деле, они меня не очень интересуют, потому что мне больше интересуют скинчики. Опять очки, опять бустеры, бустеры. Сундук милашки, прикольно. Отметка прыжка. Прикольная, кстати, люк. City Saver. Прикольно, прикольно, прикольно. Облики усилителей, сундуки. Облик варда. Блин, здесь еще и вард есть. Я вот этого не видел. Очень круто. Это дирижабль, собственно. Написано черепаший дрон, но выглядит он как дирижабль. Выглядит он как дирижабль из мультика. Кайф, 30 уровень. Погнали дальше. На 30-х ничего интересного, кроме сундуков. Сундуки — это хорошо, гемы — это хорошо. Набор комментатора Донателло, да, я думаю, они все будут. Блин, они для каждой черепашки сделали отдельный войс. Это тоже очень круто, на самом деле. Это очень круто. Это очень круто. Голосовые наборы, очки, очки, усилители, усилители, усилители. Открыт премиальный пропуск. Набор комментатора Леонардо. Набор комментатора Леонардо. И на 40 уровне у нас открывается Микеланджело, который у нас Меркурий.
Выглядит очень круто тоже. У них очень крутые глобальные эмоции. Кстати, только у Меркурия будет, да, этот скейт. Потому что он на нем в ульте будет ездить, насколько я помню. Выглядит классно. Так, с 40-х левелов чекаем дальше. Все это мы уже видели. Куча усилителей, куча сундуков, как обычно. И у нас есть еще одна аватарка Рафаэля. Почему Рафаэля везде злым делает? Меня вот это интересует на 45-м левеле. Усилители. Облик Варда, блин. Это же вот эти дрончики, да, роботики, которые у Шреддера были, у Кренга были. Да, в этой базе. В базе были у Кренга, да, вот эти роботы. Блин, очень круто выглядит. Я не знал, то, что такие варды у них прикольные будут. Это очень круто. Сундуков много. И левел ап с Рафаэлем. Прикольно. Так, это уже 50 уровень, и мы добираемся до максимального уровня, первого. Потому что Battle Pass разделен на два, как мы уже это все понимаем. Куча сундуков. Уф, метка смерти Шреддера тоже крутая. Блин, метка смерти прикольная, я не знал. Есть аватар Кренга! Даже Кренга, я очень хочу аватар Кренга, блин, это прикольно. Мозг, прикольно. Куча усилителей. Аватар Леонардо. Самоцветы, сундуки. И на максимальном левеле мы получаем, что звание радикальный. Звание радикальный, забавно. И максимальный, это... Сан Вуконг. Ну, в нынешних патчах, последние патчи, типа, Сан Вуконг популярный бог. И понятно, почему Донателло стал максимальной наградой. Забавно, все скины крутые. Но у нас есть еще премиум левелы пропуска. И это имба. Почему? Потому что вот они уже сделали по мультику. Ну, естественно, сплинтер. Это очень круто. Да, у меня глаза реально разбегаются. Я очень люблю Черепашки-ниндзя. Я не знал, что они много, ну, столько всего добавят в плане аватарок, вардов крутых. Но в премиальном я не думаю, что они будут. В премиальном я буду... Да, здесь будет очень много усилителей, естественно. И вот они, радикальные черепашки. Выглядят они как уже в старом мультике. То есть на них меньше текстур, и многие скажут, что это минус, а я скажу, что это плюс. Это очень круто. На 10-м будет Леонардо, на 20-м будет Рафаэль. Тут ничего не... А, нет, смотри, тут есть аватар Шреддер. Это круто. Есть экран загрузки с черепашьим фургоном. Даже фургончик добавили. Это очень круто. На 20-м Рафаэль. Дальше. На 30-м, кстати, ничего. Эйприл О'Нил. Мое почтение. Даже Эйприл О'Нил добавили. Это очень круто. Много-много усилений, усилителей, много очков Одиссеи. Я не посчитал, но, кстати, за каждые 10 тысяч очков, по идее, сундук, да, дают. Здесь еще несколько сундуков Одиссеи, получается, за БП можно будет выформить. Так, погнали дальше. Экран загрузки со сплинтером. Дальше. О, клан Фуд даже есть. Это клан, которым управлял Шреддер, да, если я не ошибаюсь. Это его вот эти наемники и все остальные в этом клане были. У них еще, по-моему, на голове у их этих был след этот в мультике. Блин, прикольно. На 40-м мы получаем радикального Микеланджело. Меркурия, прикольно. Меркурий забавно выглядит. Так, и на 50-м есть даже Кейси Джонс, его разве так звали? Ну Кейси, я помню Кейси, я не помню, чтобы он Джонсом был, но Кейси, даже Кейси добавили. И кстати, скин Кейси можно было бы добавить для Чака, как я считаю, потому что он тоже в такой маске, типа. Ну и подошло, вместо топора ему дали клюшку хоккейную, и было бы имба. Даже Кейси добавили, слушай, они всех добавили. Если бы еще этого добавили, оператора Эйприл, я забыл, как его зовут, то это бы вообще было бы, я не знаю... Бибоп Рокстеди на 55 уровне. Очень крутой аватар, кстати. Какой-то он большой, нет? Вернон, да. Если бы его еще добавили, это было бы вообще имба. А здесь будет два аватара, это, или это один такой, но большой? Ну, короче, фармить очень много. Много усилителей. Это что, экран загрузки со Шреддером. И финальный, да, Донателло. Радикальный Донателло. Блин, ну, очень круто. 120 уровней, как говорится, добро пожаловать. Не знаю, это очень круто, у меня реально глаза разбегаются. Выглядит это все максимально здорово и круто. Фармить, надо фармить, покупать и фармить. Поэтому, блин, ну я, естественно, оставлю это отдельной записью на канале, потому что мы каждый Battle Pass разбираем, наверное, последние несколько патчей, когда они выходили. Поэтому, я думаю, ребята напишут в комментарии, как им в целом Battle Pass, поставят лайкусик, ну и все такое.